Итак, снова здравствуйте, это снова «Курящий из окна» и «Plants vs. Zombies». Объясняю, наверное, почему так. Ну, во-первых, потому что кто-то по ним все еще скучает и хочет их, а во-вторых, потому что, хоть я и обещал, что все-таки возьмусь за новую игру проходимую, и была с этим история, к которой мы еще сейчас погрузимся и объясним пару вещей, но сегодня как-то снова 11:30 ночи, погружаться в новую игру неинтересно. Вот в конце этой недели будет День России, то есть в пятницу будет 12 июня, потом еще 2 дня выходных, и тогда, возможно, у меня будет времени как раз чем-то погрузиться. А пока что все же я хочу проверить две теории. Мне говорили, что нет, не надо на этом уровне пытаться продолжать делать только грибы днем, но мне хочется. Потому что я не проверял две вещи, а мне просто хочется. Давайте посвятим одну серию одному варианту, вторую серию другому. Обе серии я постараюсь записать сейчас и выложить так же. Что-то я быстро говорю, насмотрелся разных странных видео. Но давайте же смотреть все-таки в магазине. Да, у меня игра на английском языке. Блин, я снова забыл поставить русификатор. К сожалению, у меня так есть. Вот, второй вариант, наверное, это будут вот эти грабли использовать. Потому что с ними можно. А второй вариант, это все-таки использовать, так как у меня дневной уровень с бассейном, использовать лилии вместе с грибами. Мне многие говорили, что это можно делать. Возможно, действительно так, и все-таки мне хочется это попробовать. Ну, хочется мне добить этот уровень так. Но менее результативным вариантом, я считаю, все-таки эти грабли. Поэтому сначала попробую с ними, а не получится. Кстати, по-моему, они же не на одну попытку покупаются, нет? Дайте-ка no. Дайте-ка сначала все-таки попробуем чти тупо с лилиями. Adventure. По-моему, я же прав, у меня сейчас будет новый выбор. Главное, чтобы у меня тут грибов не было. Да, давайте restart level. Уж не помню, чего у меня здесь и как. Что у меня будет случайным? Ну, случайным никакой подставы нету, у меня снова грибы в случайное не выпали. Так что все имеет под собой нормальные основы. О, как я странно говорю опять. Сейчас я быстро выберу, что я хочу, и вернусь к вам. Ну, что-то с неподготовки у меня вот такой вариант сложился в голове. Все-таки сразу забывается, что беру лилию, но становится меньше мест под обычные грибы, поэтому все равно варианты как-то уменьшаются, и дублятор я не взял. Имитатор. Ну, попробуем так, да, и сразу же хочу сказать, Лёша, дорогой Лёша, я помню, что ты мне писал ВКонтакте, но у меня в голове сейчас не уложится все та логика, которую ты мне писал. Я очень благодарен, но я попробую так. Может быть, потом еще будет вариант именно так попробовать. Но, по-моему, ты там описывал скорее примерно то же, что и я хотел. Неважно, давайте, let's rock, попробуем. Ладно, сейчас быстро сообразить. Мне нужно сажать назад. Мне нужно выращивать. Мне нужно, блин, вот это и вот это бы рядом поставить. Ну ладно, сейчас уже пересобирать. Не очень удобно. Тем не менее, let's rock. И быстро все. Кстати, я забыл в самом начале сделать одну вещь. И сейчас я ее, вероятно, уже не сделаю. Поэтому, собственно, и пошло оно нафиг. Я, видимо, это все-таки сделаю отдельным видео до того. Просто я хотел показать наглядно некоторые нарезки из графика. Того графика, который... Как бы сказать-то правильно? График ведения опроса на тему того, какая игра у меня должна быть следующей. График довольно странный, там есть чем порассуждать, но я записал это все на видео, именно в ту ночь, когда опрос должен был заканчиваться. Поэтому, собственно говоря, блин, чё ж я за фигню-то натворил? Естественно, я сейчас ничего не сумею получить, черт, мне надо цветов. Ну вот, наверное, это будет отдельное такое маленькое видео, тем более, что все-таки оно будет для всех, а тут опять будет фигня, что кто-то не смотрит Plants vs. Zombies, и а как он вообще такое может, но не смотрит, так не смотрит. Значит, так. Просто, чтобы ни для кого не было удивлением. Там были очень странные результаты в этом опросе. И я позволю себе сделать некоторые вариации на тему. Естественно, опрос мы нарушать не будем. Но вот так. Что у нас тут происходит пока что? Пока что, в принципе, все идет не так уж и плохо. Но надо использовать свои лилии. Это, собственно, зачем я их брал? Лилии у меня должны сажаться на воду. Так, до первой волны у меня еще совсем немножко растений, и я успеваю. Но вот здесь пошел же этот черт.
мне необходимо срочно же что-то стреляющее. Да, пускай будет стреляющее здесь. Блин, а мне и здесь нужно что-нибудь стреляющее. Но похоже, все-таки не выйдет вариация на тему. Придется все равно проигрывать, а проигрывать так не хотелось, если честно. Абсолютно не хотелось. Ладно, эту линию мы, похоже, проигрываем, защищаем, значится... Чем мы защищаем? Мы защищаем... Да защищаем мы... Блин, дайте мне! Кто-нибудь, дайте мне срочно, мне не хватает. Да... ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну же, вот так вот. Ну еще, добей его, не дай этот грибок съесть. Тем более я его сейчас оживлю, ну... Добейте вместе. Успели, повезло. Блин, я реально не рассчитывал. Ну хорошо, мне теперь надо все-таки как-то добиваться денег и все-таки сажать лилии. Вот сейчас я сделал тот момент, который меняет судьбу нашего прохождения этого раунда. И главное, чтобы у меня все это записывалось сейчас, то опять-таки новая винда кому-то там покоя не дает. Но я к тому, что неизвестно, я тут опять чуть не начал записываться с включенным 3D-ускорением. Кстати, это довольно забавная вещь по той причине, что была у меня серия под названием, что GTX 970 это слабая видеокарта, в ней нельзя делать эту 3D-ускорение Plants vs. Zombies. Не, похоже, какое-то обновление сделали или все-таки чисто... Блин, успеешь ожить, а? Ну, пожалуйста, давай, забей его. Блин, не успел. Черт, и здесь меня тоже съедят сейчас. Ну как так-то? Еще не туда. Ну ладно, пока что есть варианты. Но вариантов на самом деле практически нет. Так вот, сейчас игра запустилась, и она запустилась изначально с 3D-ускорением. Так что как-то оно все-таки меняется, видно, подснабдили поддержкой видеокарты. Ну или же в самом начале я делал что-то абсолютно не то, поэтому у меня она сказала то, что на самом деле не было. Но тем не менее, табличку я тут показал, и все, наверное, так, как надо. А так, как не надо, не надо. Запомните, дети. О, да, успел. Теперь бы еще один раз. Ну, конечно, блин, у меня снова не осталось грибов, которые делают мне солнце. А про грибы тоже. Ой, я тут в очередной раз случайно пересмотрел. Ну, не случайно, а... Ну, скажем так, я не люблю современных видеоблогеров, они какие-то странные, но вот тут мне совершенно случайно попалось все-таки... Видео Агния Огонек, она же Агния Огонек. Я всегда думал, что она Агния, но она Агния говорит. И посмотрел некоторые истории мемов. Мне стало реально очень интересно. Блин, а он оживет и не сможет стрелять, да? Ну фиг с ним. Вот, посмотрел в том числе, почему Ленин гриб. Это, конечно, удивительная история. Даже не знаю. Рассказывать это бесполезно, но... Курехин и Шолохов, кажется, все-таки Шолохов, да? Сергей Шолохов, по-моему, еще будучи молодым, очень сильно прикололись над советским народом. Отличная тема. Ну, сейчас меня съедят, я не могу с этим бороться. Отличная тема на тему, как можно промывать мозги с помощью телевизора. Если что-то, посмотрите. По-моему, я как-то сам себе немножко ору в уши. Да, the zombies at your brains. Your brains. Все-таки надо узнать, как правильно, at или eight. А, так, колонки-то у меня, кстати, выключены, я не ору на весь... Нет, не ору на совсем весь, но все равно ору. Try again, что ж мне делать? Надо не забывать сажать желтые грибы, я так думаю. Несколько изменил я нашу стратегию, потому что надо пробовать все. Да, заранее говорю, я не буду пытаться брать вот этот расширитель, вот этого дыма гриба, потому что мне нужно, чтобы, если у меня есть лилии, то, соответственно, я буду бить по всем линиям. А вот этот... Извините, дымогриб, он бьет очень сильно, как бы, но он бьет очень недалеко, и все равно его успеют съесть. Поэтому даже такой вариант я не рассматриваю, будем пытаться делать то, что есть. Еще я не стал брать вот этот гриб, потому что все-таки вместе с кофейным зерном он выходит, стоит сколько? Соточку. А дымогриб с этим кофейным зерном, стоит 150. Ну, в принципе, да, выгода, конечно, есть. До этого у меня почему-то 140 получилось, 75 и 75, хотя 70 плюс 70 это 140. Хорошо, без вариантов. Просто пробуем еще раз. И у меня сейчас главная тема начать быстро выращивать солнце, чтобы у меня было чем жить. Активной, так сказать, жизнью. Потому что неактивной жизнью жить неинтересно. Я что-то уже который год живу, и все мне неинтересно. Ой, может, этим летом все-таки я как-нибудь сподоблюсь и
прямо буду гулять, все делать, всему радоваться. Но, естественно, нет, наверное. Немножко да, немножко нет, но скорее нет, чем да. На работу, блин, снова у меня отпуск будет, черт знает когда, либо в самом-самом конце лета, либо уже осенью. Хотя, с другой стороны, осенью это, наверное, было бы даже довольно оптимально, на тот случай, что как раз все вернутся с дачи, и у меня будет свободное время что-нибудь позаписывать. Сейчас летом все на даче, никто нифига не смотрит, и я как-то снимаю для избранного количества людей. А мне же нужны широкие аудитории. Да, ну, широкие аудитории мне, наверное, надо было брать уже очень давно, а сейчас у меня все равно нифига не получится. Ладно, так, успею ли я оживить главная проблема нашего сегодняшнего вечера? Мне нужно кофейное зерно, и я, в принципе, должен успеть его получить. Блин, что оно такое дорогое? Дайте мне его. Его мне дайте. Вот, и давай, оживай. Успеешь, обоих. Обоих успеешь, я в тебя верю. Ну же, ну, дай лапу. О, молодец. Ну, ты все равно его того? Да блин, ты все равно его того. Ну, ты его того. Ну все, можно считать, что это не вариант. Хорошо, но попробуем таки дотянуть. Можно было заморозить, но все равно я бы солнцев не накопил. Пробуем теперь по этому флангу застраивать. Хорошо, тот фланг отдаем на растерзание врагу. Этот фланг, соответственно, у нас живет. Хотя нет, наверное, этот фланг мы даже не совсем отдаем. А нет, наверное, отдаем, всех не успею. А, всех не запугаете? Или как там это было? Хорошо. Ну, тем не менее, у меня здесь стоит все уже выращено. А вот там еще нет. Я хочу всех сейчас заморозить и все-таки успеть всех спасти, кого можно. Потому что пока у меня все заморожено, у меня, соответственно, есть варианты. Но нет, эта линия у меня пройдет, черт. А вот эту линию я еще могу стараться. Главное, чтобы деньги были. А денег нету. Этот оживить. Дайте я тут оживу, я не знаю, насколько они замораживаются. На 10 секунд, на 15, на 20, нет. Скорее всего, на 10. Ну черт, опять ничего не получается, и даже лилии мне не помогают. Более того, я не успеваю просто дорасти до того момента, когда у меня появляются эти лилии. Все-таки дальние стрелки мне очень нужны. Хорошо. Я понял, что я не прав, я возвращаюсь. Блин, я в мейн-меню возвращаюсь, ну ладно. Как там, начать заново нельзя просто так? Черт, у меня музыка выстроена наравне с саундом. Ну извините, ребята, значит, у меня будут какие-то странные... Странные по звукам. У меня обычно музыка была несколько вниз выкручена, а звуки, соответственно, чуть повыше, чтобы было слышно, что они бьют, но музыка не мешала мне говорить. Сейчас мы будем очень мало чего слышать вообще от игры. Но тем не менее, мейн-меню, лив, адвенча снова. Вас не хочется терять времени, я же сказал, что в этой серии... А вот здесь можно рестарт левел, да? Ну, рестарт. Не хочется терять времени, хочется попробовать как можно больше вариантов. Я понял, что я не прав, сейчас буду прав. Ну, на самом деле, смотрю на это и не уверен, насколько прав я буду. Но может повезет, кстати, сейчас. Фу-ту-ре. О, это можно делать в меню. Ну, давайте хоть легкое разнообразие. Пользоваться тем, что мы вырастили дерево мудрости на полную, хотя я мог делать это и до этого. Пускай хотя бы зомби у нас будут веселые, раз у нас не такая веселая тема. Кстати, а диска можно здесь вводить или нет? Сейчас. Блин, а диска через C или через K? Диско. Нет, к сожалению, такого нельзя. Ну или я уже использовал фьюч, поэтому нельзя делать диско. Попробуем снова, поехали. Главное бы, да, не забывать, что эти надо на самую дальнюю линию, а грибы, соответственно, на более ближнюю. И защищать то, что я выращиваю. Я даже не знаю, может быть, выращивать это все вот так, а потом просто защищать эту линию, но нет. На более поздних волнах меня просто затопчут и не поймут. Так, делаем себе солнце. Не угадал немножко с линии, они пошли не там, где надо. Ну, хорошо. Наверное, сейчас я еще сумею от него отбиться. Благо, солнце у меня сейчас должно падать и отсюда, и чуть-чуть мне повезет, практически как в Гугле. Не знаю, везет ли все еще в Гугле тем, кто сумеет там придумать кнопку «Мне повезет». Че ж я опять не так сделал-то? Давай, мне нужно зерно, и мне нужно оживить этого. И он должен это сделать мне приятно. Этот гриб сделает мне приятно, я верю. А, практически наверняка. Реально, у меня мозги, может, все-таки попробовать как-нибудь днем снять. Но, по-моему, днем я соображаю еще хуже, чем вечером.
Я не успеваю понимать, как у меня и что происходит. Так, теперь я получаю два солнца. Два солнца я получаю, здесь пытаюсь задержать его, сажаю гриб. Сажаю гриб, и теперь мне нужно кофейное зерно. Кофейное зерно... О, они по этой линии оба идут. Так, задерживаю. Снова так-так, да так и так, пофиг. Это что называется мое личное. А, кофейное зерно есть. Теперь мне главное не подпустить к нему до тех пор, пока он всех их не застрелит. Ну, помог бы мне имитатор здесь на самом... Да пускай даже так, главное, стреляй в них. Тем более он этот гриб, по-моему, подольше ест. Но хотя второго, мне кажется, он все же не успеет, да? Ну, похоже, да. Хорошо, эту линию мы сдаем. Не получится ничего. А вот этот гриб у меня уже вырастет, и получится все. Эту линию мы уже сделаем. Теперь защищаем низ. И вниз я тоже должен успеть посадить. Сюда бы еще цветок, но нет, сначала кофейное зерно. Главное не нарваться на то, как они по воде пойдут. А вообще, наверное, в воду я начну застраивать тогда, когда у меня уже помрет основная вот эта защита. Так будет, скорее всего, все-таки более правильно. Ну же, давай, убивайся. Какие-то вы неправильные. Ну ладно. Вот этот вот выкопать, вот этот вот сюда. И кофейное зерно мне еще надо. Я думаю, мы его вдвоем одолеем. Это пошел первый сложный соперник. Первый соперник в котелке. Не в котелке, а в конусе. Кофейное зерно мне все не дают и не дают. Но я его все равно возьму. Я такой. А, кто ищет, тот смеется. Кто прячет, тот что-то там. Да. В общем, я всего добьюсь. Сюда. Вот самая линия. Самая такая линия, и она у меня без всего. Солнце бы не забывать. Все, это оживили. Это задерживаем. Не сильно больно задерживаем, но главное, что у меня эти грибы выросли, и они теперь должны что-то делать. Плохо вот только, что они у меня ничего тут не отстреливают. Блин, а эту линию мне нельзя проиграть. А я ее и не проиграю, ее добили. А, вот так теперь. Вот так теперь, ладно, водная линия, на нее пофиг, я ее уже пока что оставляю. Грибы, моментально грибы. Мне нужны солнца, мне нужно больше золота. Прямо как в одной игре, а возможно и не в одной. Это я засадил. А теперь засаживаем здесь, потому что здесь у меня вообще пусто. Пока что я еще иду. Не знаю, даже останавливать. Да, здесь останавливаем, потому что по верхней линии у меня еще нет больших грибов. Чтобы они в бок не кусали, но нет. Они никогда таким не отличались. А, водную защиту сажаем черт знает куда. И сразу же, как только ее съедят, я посажу туда... лилию, и на нее буду делать все, что надо. Грибы тем временем, которые дают солнце, мне нужны. Нужны, важны и прочие бесполезные рифмы, на которых советские писатели написали всю детскую литературу. Что-то там разные нужны, что-то разные важны. Блин, мне нужны лилии. Я говорил, что у меня все будет хорошо с ними, а у меня уже нифига не хорошо с ними, черт. Давай, ты умеешь, ты можешь. Ты можешь, ты сделаешь это. Главное сейчас воду защитить. Еще одна цветок. Не цветок, а гриб. Да, надо уметь отличать цветы от грибов. Грибы это вообще неправильное название игры-то. Грибы же это отдельное царство. Это вам скажет любой моряк, как пел Макаревич. Ну, естественно, не любой моряк. Любой, блин, не... А, ты уже такая... Ты балина какая ты, ну блин, как так-то? Как так-то? Выкапываем, делаем. Да блин, не могу снова, черт. Он сейчас съест меня, и мне нечем с ним справиться. Ну, деньги, солнце. Не дам, все, сажай, вот так вот. А, ну все, здесь тоже сейчас... Блин, я просто сажаю все, что нужно, но я забываю брать солнце, поэтому я все равно ничего не сделаю. Надо же так сфейлиться. Ну все, и опять этот на дельфине. Ну че ж мне так не везет-то? Хорошо, примерно 2/3 наших попыток мы попробовали сделать таким образом. Защитил землю, а воду не успел. Все же моя тактика насчет того, что воду я успею, она неправильная. Try again, летом, да. Снова.
меня тут спас этот-то гриб, гипногриб. Но гипногриб-то он дорогой, однако. На водную линию он мне очень бы помог. Может, все-таки использовать, может, все-таки попробовать. Да нет, я бы вместо него посадил обычный гриб этот. Он стоит столько же, и он все сделает за меня. Все, сейчас. Ну, тот же самый вариант, ничего мне я не придумал, но надо взять себе в голову, что... Надо себе в голову взять кувшинку и использовать ее раньше. Let's rock. Угадать бы, по какой линии они пойдут, может даже дождаться на самом деле. Не сажать стреляющих, посадить именно туда, где надо в самом начале. Скорее всего, я так и сделаю. Сначала посажу именно гриб, который дает мне солнце, а потом уже буду ждать, какую линию мне начинать защищать. Поехали, снова тактика, стратегия и все похожие слова. Гриб. Гриб сажается на вторую клетку. Гриб. Ну ладно, этим будем сажать. Пофиг, будем сажать только стреляющие именно туда, куда надо. И главное накапливать на них денег. Они все не идут и не идут. Но тем не менее... где они пошли? Где они пошли? Я хочу их видеть. Вот они пошли. Я их вижу, я не хочу их видеть уже. Кстати, я там... Ну сейчас мы увидим это в игре, и я вам подтвердю. Подтвердю, да. То, что я хотел сказать. Хотя наверняка я забуду и не подтвердю. Если не подтвердил, то... Соответственно, вы можете на меня пожаловаться. В лигу, да. Не из той серии. Очочки. Я вас не хочу, вы такие неприятные, очочки. Хорошо, сейчас. Еще один гриб мне нужен. Желательно еще один гриб, который дает мне солнце, а не который просто так сидит и ничего не делает. Тем не менее, они пошли по одной линии вдвоем, это меня должно спасти. Это должно гарантировать мне легкую защиту, легкую... Легкую надежду. Как я сегодня слышал очень хорошую фразу... Но я ее забыл. Как всегда. Где мое кофейное зерно? Вот оно. И оно мне помогает. Тем более эти грибы, опять же, делают свое дело. Так, моя тактика будет проста. Я забыл посадить... Эти... Блин, и они даже... У меня английская озвучка. Лилипет. Во, лилию, да. Лилия забавная, и по-английски, и по-русски все равно Лили. И даже, наверное, кстати, английское и русское имя Лилия, Лили. По-моему, как я встретил вашу маму, была персонаж по имени Лили. А может, я не путаю? Вернее, да, может, я наоборот путаю. Тем не менее. Стреляем. Стреляем. Че, он добьет его, или все-таки мне надо сажать? Тут нет. Я все же буду сажать по всем линиям, а там уже кому повезет больше. Кто более матери истории ценен. Все же я должен бы его добить. Да, с него уже слетел колпак. А то, что с него слетел колпак, это верный признак. Как там переколпаковать что-то там? Какую-то скороговорку я пытался вспомнить, но она у меня из головы вылетела. Хотя наверняка я бы сумел ее сказать. Тем временем не забываем сажать на землю. Вернее, на лилии, пожалуйста. То, что мне поможет потом справляться со всеми моими трудностями. И, по-моему, я сейчас совершил вообще офигенную штуку. Я защитил все линии хоть как-то. Сейчас я еще вот сюда вот посажу. Сюда я посажу кофейное зерно, и они у меня будут все такие. Приятные, причесанные и защищенные. А далее уже пойдет вариант с попытками развить это дело. Блин, не сюда надо было, сюда надо было. Ну ладно, сейчас я сумею. Сумею, у меня появятся маленькие грибочки. И я их сюда сделаю. Кстати, маленькие грибочки это хорошо, но грибы, которые дают мне солнце, тоже очень даже нужны. Потому что когда они вырастают, они мне помогают просто несоизмеримо. Пока что оно идет, но сейчас будет волна. Сейчас будет волна и... Наверное, все-таки мне повезет. Мне нужны большие грибы. Большие грибы, но мне нужны грибы, которые дают мне солнце. Вот сейчас я их взял все. И все, теперь исключительно делаем защиту. Да, голову сбил я. Без головы он не умеет есть, это я уже проверял. Теперь сажаем сюда и сюда. Даже не знаю. Воду-то я сумею защитить.
Где у меня более сильные идут? Ой-ё, они суточками умеют и в колпаке быть. Вот это плохо, а. Ну хорошо. Тем не менее, одну воду я должен защитить, и она съестся. Вернее, не съестся, она уничтожится. Да даже вообще прет. Прет, прет, прет. Теперь у меня главное дорастить, дорастить то, что дает мне солнце. Сюда. Защищаем воду, не забываем. Да, земля, по-моему, у меня, несмотря на то, что на ней пока что нет таких грибов, она все равно защищается несколько лучше. Оживляем. Оживляем вторую воду. Пока что это, наверное, лучший заход. Правда, я грибы не посадил на водной линии, но, наверное, на водной линии они не особенно и нужны. На водной линии они не особенно нужны, нужна защита на земле. По земле их, по-моему, прется в разы больше. Тем более, все-таки на воде несколько более сдерживает водное растение, мне так показалось. Уж не знаю. Вот. Нет. Еще сюда. Сколько денег-то я сейчас наработаю? Давай, оживил. Блин, они что, не рубят вот эти? Давай. О, точно, они на нижнем уровне, их поверху не рубят. Мой дым, а нужно, чтобы они постоянно кого-то ели, тогда он их будет рубить. О, еще успели. Надо более хорошую защиту-то по воде. Надо, чтобы они кого-нибудь ели постоянно на воде. А у меня нет защиты. Блин, у меня нет защиты здесь. Чё мне всунуть? Да, как ты так-то? Ну все. Одна водная линия у меня точно уничтожена. Ладно. Съели, конечно. Нет, не дам. Давай, уничтожайся. Пофиг, я сюда посажу все, что можно. Главное, уничтожь его. Я даже таким грибом пожертвую. Ну, сумел. Одна водная линия у меня есть. Теперь мне срочно нужно что-то делать. Я забывал брать грибы. Забывал брать грибы, это плохо. Но тем не менее, я сейчас накопил достаточное количество денег. Да не, наверное, недостаточное. Мне срочно нужно на водную линию сажать всякую фигню. Но нет, опять меня подводят. Вот сейчас я буду выжидать здесь потихоньку, полегоньку. И срочно сажать лилии на более дальний ряд. Так, успел. Даже, наверное, оживлю вот эту, чтобы с ними что-нибудь случилось. Защитить, посадить. Кофейное зерно, давайся мне. Есть, оно случается, оно всегда случается. Но иногда даже тогда, когда надо. Водная линия, защищайся. Еще вот это. Да, теперь у меня... вот этот гриб у меня. Без всего. Он прямо голенький и не хочет ничего делать. Кофейное зерно, дайся мне. Дайся мне кофейное зерно. Успел? Успею. Успею вот так еще. Так еще успею. И вот... здесь меня съедят. Черт, они съедят его. Ладно, они его съедят. Ну, главное, чтобы другого-то не съели. Денег опять не хватает. У меня опять большой гриб съели. Ладно, водная линия, отдайся мне. Водная линия есть. Блин, там так обидно. Уже все пусто, все нормально, и тут все никак. Кофейное зерно снова. Мне кажется, я сажаю грибы и забываю их заряжать. А не выходит каменный цветок. Все, здесь вдвоем они его должны сделать. Защита? Да, лучшая защита — это нападение, но это довольно сложный тезис, когда я не могу двигаться вперед своей защитой. Вот этот оживил. Еще один гриб вот сюда, большой. И мне станет несколько проще. Наверное, надеюсь. Смею надеяться. Пускай он ест мои лилии. Но мне как-то будет... Сейчас ты съешь вот этот, а я сюда еще одну посажу. Главное, чтобы у меня не заканчивались деньги. Это как по жизни верный тезис, так и так. Пока что... у меня вот здесь вот все пусто, все голо. А сейчас у меня землю съедят, да? В смысле не землю, в смысле воду. Давай, я верю в тебя, ты умеешь. Блин, вода самая сложная в этой игре. У меня все хорошо, но вода абсолютно не хочет жить, как я ее хочу.
как я с ней хочу. Блин, я приближаюсь к последней волне. Черт! Может быть, все-таки мы дотянем? А, так, я уже прошел с тем, что мне воду надо делать. Воду мы защищаем как только можем. Просто как только можем. Ну и землю не забываем. Все, вот пошла вода. А, еще один грибок. Ну, блин, кофейное зерно. Кофейное зерно, расти. Ладно, кофейное зерно пока что забьем. Я надеюсь, что там и так будет. Вот так. Ай, сюда. Та, вот так, гриб любой. За любые деньги, любой гриб. Кофейное зерно, ну не ешь ты. Во, не съел. Теперь вот сюда вот точно, и мы выживем. Еще одну защиту от воды. Да, 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 да как так? Да лилию сюда быстро успеем. Успели? Еще этот гриб? Ладно, ладно, труса гриб, пофиг. Вот так. Надо следить за этим, за всем. Оно очень не хочет следиться. Ой, не туда! Да, этот печальный крик, ой, не туда. Ой, какой я пошлый бываю, когда не слежу за собой. А, эти на бананах хотел сказать. Во, он уже сам помер. Пофиг. Воду, я засажу всю воду. Я сделаю это. Блин, сейчас будет последняя волна, мне нужны деньги. Мне нужны деньги, мне срочно нужны деньги. А, здесь еще все. Все достаточно печально. А, успеваю? Успеваю пока что. А, вот здесь кофейное зерно. Оживить, оживить его. Я думаю даже... Да, тратится ли мне на кофейное зерно-то? Да, думаю, потрачусь, а то... Ничто непредсказуемо. Здесь два их, здесь. Вода у меня проигрывается. Пофиг. Пофиг. Вот так вот. Еще одна лилия. Не, лилии у меня будут просто жить. Лилии у меня будут вообще. Куда можно и что можно. Защита? Еще. Да без разницы, что и куда. Хотя нет, сейчас, наверное, на последний заход, на последнюю атаку нужно накопить как можно больше денег, чтобы иметь варианты защиты. Варианты. Варианты вариантов, вот. Варианты вариантов, это то, что мне надо. У меня пересыхает в горле абсолютно. Я сейчас реально волнуюсь очень. Ой, по микрофону стукнул чашкой. И это же еще не конец, сейчас еще будет волна. Сейчас она будет большая. Кто у меня еще не оживлен? Лилию сюда? Блин, они едят. Но нет, должны. Должны, 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 должны. Куда угодно, что угодно, вот так. Сюда гриб. Сюда от воды защиту. Сколько их там, блин. Так, оживить вот этот, пускай. Он, блин, он сейчас перестанет-то. Сюда еще? Я уже не говорю, что и куда, просто ассоциирую свои мысли с тем, что у меня происходит в голове. Кажется, мы сейчас должны, должны. Так, эта линия у меня отбита, и она единственная голая. Вот здесь, здесь отбили. Вода, сюда гриб, на лилию. Здесь добьем. Ну что, добьем? Растение, спасай. Спасай, ты умеешь. Последний. И чё? Я помню, тут ачивки иногда выпадали с легким запозданием. Но, куряж из бэк-ярд. И где ваша ачивка? Товарищи, которые мне это говорили, особенно YouTube. Из Team Fortress'а. Или все-таки я как-то сглупил и посадил и сажал все-таки не только эти растения? Да нет. Или все-таки да? Короче, тем не менее, время серии у нас точно закончилось. Сейчас я еще выйду в главное меню. Надо будет перемотать по-быстрому серию и проверить, все ли у меня так, как надо. Потому что не уверен, что оно так, как надо, но может и так, как надо. А скорее всего, меня все-таки жестоко обманули тем, что лилии можно использовать. Так, main menu. Ачивка не вылезает. Steam я, наверное, разворачивать не буду, хотя, по-моему, у меня там ничего такого абсолютно страшного не может быть открыто. Главное, помнить, на какую клавишу у меня это делается. А, я почему-то не могу призвать Steam, странно. А, или на Ctrl-Tab он призывается, нет. А на это я сверну игру.
Странно, короче, не хочет. На всякий случай запущу еще раз Adventure. Просто случайным. Ну, не буду в это играть, просто запущу и все. Вдруг там опять нужно начать что-то новое, чтобы оно сообразило все и... Все, let's rock, поехали. Ой, я даже выбрал правильно, мне не сказали, что я идиот. Меню. Back to game, нет, main menu. Achievements. Так, зомболога я не открыл, ну и да, good morning, complete daytime level, bye. Planting corn mushrooms and coffee beans. Не выпало. Спасибо вам, товарищи. Ну а если я обнаружу, что я все-таки что-то использовал не то, а я мог, если честно, то тогда я извинюсь. Кстати, все-таки. Вот эти штуки, которые сажаются на воду, они считаются грибами или нет? Должны вообще. Сейчас. Еще раз. Restart level, restart level. Что-то я запутался. То-то-то-то-то. Да не, sea shroom. Морской гриб. Нет, он считается за гриб, все правильно. Значит, пересматриваем серию и проверяем, все ли я сделал правильно или нет. А пока что... Это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. Будем пытаться проходить без лилий, но с лестницами. Правда, я уже не очень уверен, прямо сейчас или нет. Потому что что-то я нифига не вижу языком. Все. Смотрите, подписывайтесь на ютубе. Надеюсь, вам интересно. До свидания. Пока. Хочется добить, вот честно, на этом уровне хочется. Я ж уже добил. Но не получилось. Все.